Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Мы продолжаем с вами играть в Plague Incorporated, и сегодня будем играть за червя. Это микроорганизм, пробирающийся в мозг. Найден, разблокирован новый ген. Так, быстрый старт. Что такое ген быстрый старт? Дает бонусные очки ДНК в начале игры. О, хочу. Так, дарвинист хочу, потому что это классно. Так, и ионизацию тоже хочу. При откате возвращается больше очков ДНК. Так, сегодня у нас будет мозговой червь. Мозговой червь, так, отлично. Как же мы назовем мозгового червя? А мозговой червь у нас будет Владимир. Мозговой червь Владимир. Какой у нас Владимир? Если у нас есть Владимиры 85-го года, обязательно напишите в комментариях. Так, Владимир 85 у нас будет против человечества теперь. Так, Володя, не подкачай. Выберите вторую точку. Ну, мы традиционно начинаем в США. Так, что у нас с червями? Давайте посмотрим. Симптомы. У нас разные симптомы. О, с червями вообще все по-другому. Ёлки-палки. Так, успешность червя к холоду и прочим вещам. Это здорово. Так. Синдром гиперактивности, побуждающий людей чаще летать из одной страны в другую. Ой, это классно. Так, это что у нас такое? Кровяные и мозговые барьеры, червь проникает в мозг носителя, вызывая дистонию. Угу, то есть червя не так-то просто развивать. Так, пути передачи у нас. Возможность хвататься разными частями тела ускоряет распространение червя вне хозяина. Повышает заразность. Так, выводит яйца, которые тысячами выбрасываются из мозга носителя, распространяя инфекцию. Обменится генетическим материалом внутри тела носителя, увеличивая вероятность мутации. Ни хрена себе. Червь, по-моему, очень прикольный, мне кажется. Так, хочу синдром гиперактивности вкачать. И... не знаю. Выживает в условиях. Так, и выживание прокачаем себе чуть побольше только. Так, начало сделаем гиперактивности. Так, Владимир. Владимир, держи, тащи. Так, давайте теперь сделаем себе выживание в горячем климате, раз уж мы будем летать. Так, оранжевые пузырьки, это мы знаем уже. Так, на оранжевые пузырьки. Так, потом мне надо 8 очков для того, чтобы вызывать еще и в холодном. Так, выживаю в холодном климате. Побуждает нож носить и отправиться в другие страны. Отлично. Так, сейчас мы сначала располземся по миру, а потом станем очень спиртоносными внезапно. Так, летайте в другие страны. Ух, вообще. Так, день любви, это, конечно, прекрасно. Так, и человек человеку передается, пусть передается. Так, распространяем. А мы нам не надо пока там быстро распространяться, а то слишком нас заметят раньше. Так, при этом людей секреция заставляет их больше путешествовать, заражая при этом людей в посещенных странах. А, так, отлично. Больше путешествовать, заражая при этом людей. А это, по-моему, что-то одно и то же, нет? Агрессивное поведение. Зачем нам агрессивное поведение? Увеличение количества троянских самолетов. Но это у нас только самолеты. Нам бы еще, конечно, по кораблям бы как-нибудь распространяться. Или здесь только одни самолеты. Так, увеличивать вероятность мутации хочу. Паразиты очень интересные. Так, Великобритания грозит. Так, ну это все понятно. Так, что-то у нас заразность какая-то не очень хорошая. Но нам, в принципе, очень хорошая-то и не нужна. А то у нас, не дай бог, кто-нибудь заразится раньше времени, и будет нехорошо. Так, я хочу... повышает. То есть это у нас повышается эффективность. То есть, в принципе, повышаться эффективность нам пока особо не надо. Так, агрессивное поведение. Зачем нам агрессивное поведение? Так, я хочу пока вот такую штуку, чтобы у нас все заражалось. Так, Казахстан там что-то делает, отправляется после урагана. Так, мутировала, приобрела симптом нервные нарушения. Хорошо.
Так, мы ничего не делали, а там у нас нервные нарушения. Так, что у нас еще здесь может быть интересного? Так, распространяет вне тела хозяина. Приведет к повышению заразности. А это у нас яйца. Так, будем откладывать яйца. Главное не переборщить со скоростью распространения, а то мало ли что. Так, Олимпиада в Рио. Плотность городского населения падает. Это плохо. Так, что-то ничего не происходит. Где наши троянские самолеты? Нет, понятное дело, что мы можем через отсутствие таблеток заразить США, я думаю. Но нам пока этого не надо. Нам надо сначала побольше стран подзаражать. Так, информация на стороне нам понятна. Так, что у нас еще есть? А, вот теперь мы можем распространяться через крыс, хренис и прочую другую ерунду. Так, это у нас вне хозяин. Давайте сначала вне хозяина поживем. Так, 170 человек. Мы уже заболели. Заболело у нас червем нашим прекрасным. Так, о, церебральные усики у нас теперь есть. Класс. Не усики, а пропуск в трусики. Так, хобана. Заразил сотни людей уже. Очень-очень опасный. Очень-очень опасный. Так. Очень опасный мозговой паразит. Поинк. Ну, так, надо что-то как-то ускорить процесс. Троянский самолет, это, конечно, все прекрасно, но что-то я не вижу какого-то особого эффекта от этого. Так, выживать в холодно-горячих странах мы уже можем. Приводя к увеличению количества троянских самолетов. Ладно, самолеты хрен с ним. Нам надо перемещаться еще и по суше как-то. Самолеты, допустим. Это у нас жаркие страны, это у нас что? Может передвигаться без носителя. Так, это что такое у нас? Гнездятся в трупах, увеличивая их заразность. Что приводит к повышению вероятности мутации. Так, хорошо, хочу повысить вероятность мутации. Так, ну и уже, наверное, скоро пора бы будет делать что-то типа для распространения на территории США, что ли, я не знаю. Что-то как-то хреново, ни один самолет еще пока с червем никуда не улетел. Ну, видимо, мало человек слишком. То есть есть какой-то процент, я думаю, то есть от того, сколько конкретно людей куда полетит или поплывет от этого. Так, Владимир 85 мутировал и Адри... Блин, господи, Крис, короче, какой-то. Теперь у нас есть какой-то Крис дополнительно. И мы потихонечку заражаем людёв. Так, 700 человек. Ну, скорость на самом деле не сильно увеличивается. Пока, по крайней мере. Так, вот у нас еще очочки. Так, еще очочки есть. Я думаю, нам надо теперь перемещаться с птичками по поверхности. Размножаться в пищеварительном тракте, увеличивая скорость распространения и заразность. Так, пойдем пока с птичками полетаем. Птички у нас должны разносить на территории, соответственно. Но, блин, птичек они, кстати говоря, могут отстреливать. Но нам бы как-то не так успеть их заразить перед тем, как они начнут отстреливать птичек. Так, болезнь пришла в страну Мексика. Так, прекрасно. По суше мы туда уже пришли. Теперь нам надо какой-нибудь троянский самолет отправить. А потом еще и желательно какой-нибудь троянский корабль. Кораблей тут, по-моему, нет. Так, симптомы мы, короче, вообще пока не трогаем. Это у нас для развитых стран мы припасем. Так, 12 очков это для троянских самолетов. И здесь агрессивное поведение. Не знаю, зачем надо.
Я думаю, что агрессивное поведение будет слишком бросаться в глаза. Так, симптом рассеянность. Отлично. Мутации продолжаются, и это хорошо. Так, скорость распространения идет у нас потихонечку, помаленечку. Нам, в принципе, быстро и не надо. У нас пока все хорошо. Но на самом деле отсутствие троянских самолетов меня маленько смущает. Так, блин, распространяется все быстрее и быстрее. Так, есть, по суше мы, короче, потихоньку продвигаемся. Так, потихоньку продвигаемся по суше. 13 очков у нас есть. Блин, ну что, вложиться в самолеты еще? Или вложиться в пути передачи? Лучше через каких-нибудь крысец, например. Либо в тепле человеческого тела увеличение заразности, особенно в бедных странах. Ну, короче, жаркие, урбанистические и бедные. Блин, нам бедные страны нельзя так быстро раскачивать, потому что мало ли что. Так, заразность, заразность, заразность. Короче, здесь все заразность просто. Заразность охренеть какая. Ухудшение состояния делает склонными к мутации. Так, пойдем через мутации пока. Больше бесплатных мутаций — это зашибись. Так, он на заражение поперло, я смотрю. Так, скоро будет миллион. Так, все, больше стран. Есть такое дело. Так, а вот они, первые троянские самолеты поплыли. Нам бы еще как-нибудь Гренландию заразить и Канаду несчастную. С Канадой все такие проблемы. Так, троянский самолет. Лопните пузы, зачелкните на стороне, куда вы хотите направить Хочу, чтобы они направились вот сюда. Вон оно что, охрененно. Бух. Так, это хорошо. Это мы можем заразить, кого мы захотим. Это классно. Так, у нас болезнь потихонечку. Так, теперь я хотел бы полететь в Японию. Да, я бы хотел полететь в Японию, потому что у них всегда все очень хорошо с этим вещами получается. Так, сейчас мы маленько всех подзаражаем. Хобана, хобана. Так, и потом возьмем... Так, сейчас против нас начнут выводить лекарства. Это печаль. Лекарство — это печаль. Тогда нам надо ускорить скорость распространения и в других странах тоже, потому что мало ли, блин, что. Так, и в бедных давайте. Так, троянский самолет следующий. Сюда мы, наверное, может быть, и так же долетим. Бедные страны. Так, давайте мы с несчастной Канадой с этим разберемся. А то она задолбала. Так, все, Канада у нас заражена. Прекрасно. Так, Мексика начинает работать над лекарством. Так, еще один троянский самолет. Ну, либо в Бразилию, либо в Австралию. С этим мы потом разберемся чуть попозже. Так, начинает работать над лекарством. Так, ожидается очень большая миграция птиц. И это хорошо. Так, еще один троянский самолет. Давайте сюда. Надо сейчас все континенты позаражать. Так, корабли уже полетели. Воу-воу-воу, так. Не беспокоиться. Они не считают эту болезнь опасной. И говорят, что ее легко вылечить. Очень хорошо. Так, это очень хорошо. Сейчас мы поднаберем очков немножко. А потом нам надо будет начать тормозить исследование. Так, полетели-ка мы теперь куда-нибудь во Францию. Отсюда мы, наверное, заразим всех остальных. Так, Рио мы так уже сейчас с вами сделаем. У нас тут и так все заражено. Олимпиада в Рио прошла успешно. Так, еще один троянский самолет. Так, давайте его мы запихнем в Африку. Его мы запихнем в Африку. Так, 73 очка у нас. Надо, наверное, что-то делать по скорости распространения. Или пока ничего не делать. Вот тут вопрос. Пока особо никто не пукает. Общественность не беспокоится. Мы там живем себе в мозгах людей и не паримся. Так, давайте вон в Новую Зеландию жахнем свою тушку. Так, у нас заразилось, получается, вот это вот все. Так, очки пока не тратим. Ждем, когда у нас сейчас все дело позаражается. Так, тревожное сообщение. В
принципе, может манипулировать человеческим мышлением, требует дополнительных исследований. Но мы пока никого не интересуем. Так, что у нас еще из незараженного? Польша, Марокко у нас уже сделалось. Филиппины, вот. Филиппины, короче говоря, надо бы подзаразить. Потому что, мало ли что, там у нас порты только одни. Порты. Так, подзаразим Филиппины. Так, потом нам надо будет подзаразить Исландию. И, наверное, после этого можно уже начать делать гадости. Так, давайте подзаразим Исландию. Так, это у нас само заразится. Так, что у нас еще не заражено? Так, это заразится и так. Троянские самолеты. Так, пошло заражение. Скоро против нас начнут применять всякие инфекции, в смысле, всякие методы борьбы и прочее. Так, во-первых, мы нанесем удар по богатым странам для начала. Потом замедлим скорость нашего этого самого. Что у нас с обзором? Так, ну, в принципе, с холодных стран все нормально. Сейчас мы нанесем удар по богатым, а потом нам надо будет нанести удар по смертности по-хорошему. Так, давайте тогда сделаем заражение через комаров. Это у нас жаркие страны. Заразность болезни повысим. Так, по воде. Давайте сделаем распространение по воде. Это на случай, если мы не сможем все заразить. И теперь нам по-хорошему надо что-то делать с симптомами. Так, резкие перемены личности у носителя. Потеря памяти, очень трудно вылечить. Так, контроль над носителем. Так, регресс у носителя, уровень гигиены падает, отлично. Что это такое? Серотонин, маниакальная, короче, какая-то штука на базе серотонина. Так, мы можем сделать их агрессивными. Носителей, получается. Серьезное повреждение заставит носителя одержимо выполнять поставленные червем задачи. Охрененно просто. Так, больше людей, чем простуда. Так, мы сейчас все это дело подвыкосим. Так, теперь вопрос, кто у нас? Украина у нас еще, Прибалтика, но они заразятся обязательно. Вот Новая Гвинея. Новая Гвинея у нас вообще где? Господи, я не такой знаток географии. Так, еще заразился у нас кто-то. Так, ВОЗ делает серьезное наблюдение. Так, пусть делает. Так, по идее, у нас сейчас заразится весь мир. Так, Марокко у нас только не заразилось. Ну, Марокко, я думаю, что заразится сейчас. Так. Лекарства они пошли делать. Хорошо. Значит, нам надо сделать, чтобы она у нас распространялась в жарком климате быстрее. И потом мы должны сделать его, блин, жестким очень. Так, допустим, мы сделаем... властям и незараженным людям. Отлично, это мне нравится. Воспаление головного мозга вызывает летальные неврологические повреждения. А это может приводить к смерти. Так, давайте пока вот так сделаем. Что у нас с троянскими самолетами? Так, ну, собственно, Марокко у нас осталось. Ну, давайте полетим в Марокко тогда. Япония посылает медиков. А Японии-то у нас, по-моему, кранты, нет? Так, в Китай. Так, синие пузыри лечения. Ну, синие пузыри лечения, это мы знаем, да. Так, в стране США началась разруха. Так, от США мы избавились на этой карте. Ученые всего мира работают над вакциной. Так, защита на 25%. Где люди умирают быстрее, чем заражаются? В Испании? Где новости? Так, блин, я пропустил, где у меня люди умирают быстрее. По-моему, в Испании. Так, значит, нам надо распространить скорость передач, наверное. По ветру. В засушливом климате. Так, Испания у нас по-любому засушливый климат, если, конечно, это она. Так, еще один червь. Так, кого у нас все хорошо? Блин, а что, куда оно делось? А, я отменил случайно, блин. Это может стоить мне игры. Еще один лишний самолет. Так, 40% они уже, короче, сделали. Так, 50% у нас готово. Так, мозговой червь, ну-ка лети-ка на Украину давай. На Украине у нас самая классная безопасность получилась против вируса мозгового. Так, 67%. Так, у нас пошла жара. Так, куда бы тебе еще направить-то?
Да, никуда мы тебя не направим. Ладно, так, у нас заражаться-то все заражаются. Вопрос только, что дальше делать, потому что смертность очень низкая получилась. Так, давайте мы пересоберем цепочку ДНК. Больше времени на разработку, ну, допустим. Но нам нужно какой-то... Летальные неврологические повреждения. Нам нужны, конечно, какие-то страшные штуки. Так, 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 ну, допустим. Нам нужны какие-то страшные штуки, чтобы народ побыстрее начал того самого. Так, первая жертва анархии. Блин, вот теперь вопрос, что быстрее произойдет. Исследование или мы что-то успеем забахать? Так, самолет. Ну, в принципе, куда его отправить? Да куда его не отправь, на самом деле, он уже пофиг куда отправится. Так, ну, смертность резко повысилась после введения вот этих штук. Так, по идее, им сейчас будет особо некому разрабатывать вакцину, потому что никого не останется. Да, никого не останется сейчас. Правительство пало в Боливии. Франция, правительство пало. Бум. Так, есть такое дело. Владимир успешно уничтожил жизнь на земле. Красава, Владимир. Так, кто у нас следующий на очереди? Теперь у нас откатастазис. Новый тип болезни, паразит. Так, ну-ка, дайте-ка посмотрим. Так, это у нас был червь, а это у нас теперь паразит. У какой. Так, паразитическая форма жизни предотвращает изменение ДНК в течение... Предотвращает изменение ДНК в течение всего заражения. То есть у них не будет мутации, что ли? Блин, это плохо. Ладно, в следующей серии посмотрим, что это такое.